мой канал знает, мы кофе делаем, в общем, бодяжим из 5-7-8 сортов. Тогда у одного кислинка, у другого горчинка, у одного аромат. Все это складывается, получается хороший напиток, который приятно пить. Сейчас я хочу просто показать. Меня просили, ну уж не знаю почему, но надо показать, как готовить молотый кофе в неволе. Ну, я написал, а все равно женщина просила показать. Ладно, сейчас вот мы перемолим. Регулировка только во время работы. Когда работает она, тогда вы можете регулировать степень помола. Все. Так. Это она, у нее сработал таймер, на который она установлена. Можно больше, меньше делать таймер. Вот какой помол. Вот здесь. Сейчас. Вот здесь вот лучше видно. Ну, помол регулируется, она здорово. Очень хорошая эта кофемолка. Так, теперь. Вот как готовить кофе молотый. Открываете лючок для молотого кофе полностью до конца. Но без усилий лишних, без фанатизма. Берете, сыпите один. Ну, если очень надо, можете еще половинку, но не больше. И туда пошло. Вот. Так, дальше что? У вас появился значок, что вы засыпали молотый кофе. Нажимаете кнопку приготовления кофе. Ну и размер чашки, сколько вам жидкости надо. Ну, пускай вот побольше будет. В инструкции все это есть. Ну, конечно, наглядно, я понимаю, это лучше закрепляется. Ну, это не эспрессо, конечно. Из такого количества эспрессо это 40 миллилитров, а то и даже 30. Вот. Ну, все равно нормальный кофе, так. У нас сын такой пьет. Да многие такой пьют. Ну, нормально, пить можно. Не наше это. Мы, да, пьем крепкий кофе. Я поэтому даже думаю, что, может быть, даже этот красавец тоже продам. И куплю кофемашину. Без капучинатора вообще, потому что капучино мы не стали делать. Все, отошли от этого. Вот вроде бы все.